Пляжи острова Тенерифе. Пляж Лас Гавиотас. Недалеко от пляжа Лас Тересетас. Вид с смотровой площадки. Вид сверху. Сейчас легкий ветерочек. Людей мало вот только. Я вижу, прогуливается 3 человека там. Удобная парковка. Ну, объемы не те, как на Лас Тересетасе. Гораздо меньше. Ну и красоты бескрайнего океана. В предыдущем ролике я вот по этой дороге где-то 3 километра проехал. Там есть еще деревушка и начало пешеходной тропы.